Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйтхоум. Мы с вами продолжаем прохождение игры под названием Empire of Sin. И у нас с вами задача разобраться надо с охраной. Они где у нас находятся? Они у нас находятся с правой стороны. Так, ну давайте тогда всю нашу банду будем потихонечку подтягивать. Уже, наверное, поставим куда-нибудь вот сюда. Нет, мне надо подготовиться сначала, я еще не уверен. Давай-ка сюда. Значит, Фрэнки у нас тогда встанет где-нибудь, допустим, вот здесь. А Лев Толстой у нас отправится для прикрытия в какое-нибудь укромное местечко, допустим, вот сюда. Я, на самом деле, очень сильно надеюсь, что у нас Пунш может бросить гранату. Они прямо так сладко находятся все рядышком. Она идеально сюда залетит, если будет его первый ход. Но по традиции, естественно, у нас начинает Фрэнки, хотя... А, нет, стоп, нет, традиция нарушается. У нас почему-то висит в действии Лев Толстой. А на картинке этот нарисован. Что-то какая-то непонятная петрушка с индикацией произошла. Ну да ладно. Так, этот у нас отходит. Дальше заныкался. У нас тут еще Лиэм рядышком. Фрэнки, теперь ты стреляешь, естественно, куда-нибудь давай вот сюда. Красавчик. Зашла первая пуля. И еще одна. До кучи туда же. Прицелься хорошечно и... Малорик. Малорик. Дальше. Опять у нас ходит Лев Толстой. Наверное, он уже добьет того товарища. Надеюсь, добьет. Добил. И Пуч, по идее, должен, конечно же, сделать хороший залп. Без комментариев, он просто великолепен. Он просто сделал все как надо. И мы еще получаем пулемет Льюиса дополнительно зеленый. Конечно, мы забираем добычу. Дальше, нам, кстати, видели, Лем забежал внутрь. Ну, мы за ним тоже отправляемся. Да, как у нас тут будут расставлены силы? Скучковались, очень, кстати, скучковались. О боже, нам бы сюда гранату закинуть. Надо Пуджа, кстати, будет, наверное, вытащить как-то вот сюда. Хотя, но сначала, наверное, мы должны будем с помощью Фрэнки, точнее, убить вот этих двух бандитов. Они у нас находятся вот со спины. Не самый лучший вариант. Придачу Фрэнк у нас окажется здесь, и он сможет держать и прострелить вот эту всю территорию. Параллельно еще, смотрите, будет прикрывать Лиама. По идее, во всяком случае, у меня в голове это выглядит именно так. А как сейчас будет на деле, хрен его знает, посмотрим. Это он сломал? Да, он его просто уничтожил. И еще сделает дополнительный выстрел как раз-таки вот этого бандита. Да, он его не то что сделал, он его просто взял и заваншотил. Так, у тебя, наверное, теперь получается пропуск хода. Только, наверное, есть смысл тебя поставить вот в это укрытие. Вот сюда. Кто у нас следующий? Следующий у нас ходит бандит. Бандит Кошелкин, как говорится. О, с обреза в упор в бедного Пуджа. Пуджу, наверное, вообще надо дать броньку, чтобы больше она поглощала урон. То есть именно как-то хорошую броньку. Но я сейчас коплю деньги немножечко на другие вещи. Вы знаете, я очень сильно хочу открыть казино. Поэтому сегодня это будет прямо чуть ли не самоцель. Толстой, твой выход. Ну, может, кстати, найдем броньку именно в помещениях или с трупов каких-то поснимаем. Так, Пуджик. Ты сможешь дойти вот сюда? А, стоп, а граната у нас... Ну, она до сюда не долетит. Она была бы идеальна, но, к сожалению, не сейчас. Вставай здесь где-нибудь. Пока что, да? И... можно даже поставить тебе конус дополнительно вот сюда. На всякий случай. Вдруг кто-то решит сюда побежать. Да, конечно, мы Пуджа. Не самой лучшей позиции выстрелить, то есть по нему буду стрелять. Но я надеюсь, все-таки не будет такого большого урона проходить. О, кстати, можно сделать выстрел в брюхо. Одно действие. Шанс, кстати, фиговое действие. Очень фиговое действие. Лучше, наверное, будет отсюда стрелять. Пусть мы останемся в укрытии. Попадание одно сработало. И еще одно. Попадание, да, маленький урон у Лиама. Очень маленький. О, Пуджа. Просто мясник, красавчик. Просто великолепно это сделал. Жалко, что нету какого-то бонуса, активки на двойной конус. Ну, несколько ходов подряд, но... Что есть, то есть. Значит, дальше. Это вот, я так полагаю, Лиэм дострелит, но чтобы вот этот к нему не выходил. Тем более шанс 100%. Блин, крит прошел, но не хватило буквально одного очка. Ой, точнее, одного урона на одно очко, на одно хп. Фуджа прямо в пузо получил. Под коленочку и по зубам. Блин. Это бубо, это бубо. Но мы отомстим. Кишки наружу.
Кстати, огромное вам, ребята, хочу сказать спасибо за то, что в комментариях начали предлагать кучу разнообразных интересных названий для баров и ну, мотелей, вообще для всего, да. Поэтому буду брать исключительно из комментариев все ваши названия. Будем так называть именно магазины, бары и все остальное. Так, граната, естественно, туда залетает у нас. У нас там два человека. Давай-ка. Жалко, толпа тут уже разошлась, но двое у нас там еще остались. Пуджа, скорее всего, в этом раунде могут завалить, но у него мало хп. Конечно, мы постараемся прикрыть его, но там как пойдет. Если что, поднимем его, это не проблема, у нас аптечки есть. И давай добивай. Прямо в голову, прямо промеж зубов. Промах. И еще один промах, шикарно. А ты откиснешь так и так сейчас, ты не дойдешь. Вот, вот друг уже около кирпичей слег. Фрэнки, ты у нас сможешь, наверное... Туда нет смысла двигаться. Давайте его... Будем перетаскивать его уже куда-нибудь вот сюда поближе. Даже куда-нибудь сюда, наверное, поставим. Для прикрытия. Так, Лев Толстой у нас пойдет куда-нибудь, наверное, вот сюда. Он у нас все-таки танк. Хоть Пуч и выглядит как танк, но он мясной танк. Как бы в мясо неплохо патроны заходят. Лично помню, проверял. Ну, даже не спрашивайте, как и где. Это долгая и интересная история. Лев, вперед. Это у нас есть. Пуджик, с пулика сможешь зайти и закосить его? Шанс как бы есть. Осталось попасть. Нормально, нормально он его там закосил. Нет, Пудж, кстати, не откинется. Абсолютно никак. Мы его неплохо как отконтролировали. Осталось только Лима передвинуть. Только, наверное, Да, он сейчас будет в Лема стрелять, походу. Он будет стрелять в Лема. А, нет. Он решил обойти. Фрэнки, сможешь попасть? Ну, не сможешь. Тебе надо будет сделать выход на одно действие. И одно действие как раз-таки добивать. Красавчик, красавчик. Забираем кучу всего. Пистолеты, патроны, баночки, скляночки. Значит, нам надо забрать теперь оружие. Где у нас Фрэнки и где у нас вообще оружие находится? Вот оно. Ящичек. Целый ящик оружия. Окей, и Лем... Пойдем подскочим, побормочим, как говорится, да? Думаю, что умеешь втиснуть их в одно заведение среди, среди своей мелочевки. Да, место наверняка найдется. Что думаешь вообще делать? А сесть тут и продолжить заниматься своими делами? Еще как, я хочу добиться успеха. Так что, если ты или девчонки захотите заглянуть, милости прошу. А зачем нам покидать Ирландию? Это же наш прекрасный остров. Давай вот так скажем. Ты хоть понимаешь, как девчонки отнесутся к этому твоему бизнесу? А Дейрда? Что, если она приедет? А что насчет остальных? Уверен, деньги упростят их жизнь. Ифи наверняка сколачивает собственную команду. И кто из нас теперь наивен? Жизнь на деньги не купишь. Этот город... Точнее, что этот город с тобой сотворил? Думаешь, сидел в городе? Ищи лучше ответы на своем прекрасном острове. Ты сохрани эти пушки, пока я не найду способ отправить их домой. Еще увидимся. Ага, жду не дождусь. Так, задание завершено. Здесь мы, естественно, делаем захват. Построим, наверное, Так, ну это слишком дорого. А сколько казино стоит? 12 тысяч, а у нас 14 тысяч, да? То есть примерно здание таких же размеров. То есть нам надо для захвата того здания в районе 15-ки. Ну давайте сейчас сделаем отель. Пока что временно, да? Так, мы его назовем сейчас. Пойду посмотрю комментарии. Отличное название, спасибо за идею. Сильный храп, я не знаю, конечно, как они тут будут высыпаться, когда у тебя за стенкой будет подходить сильнейший храп, но, однако, название для отеля у нас есть. Подтверждаем. У нас, получается, теперь будет больше гостей, посетителей как раз-таки на этом районе. Далее, надо теперь будет поговорить с Салом. У нас он находится где? Так, Сал. Сал у нас... Ага, вижу. Стоп, а может мы сейчас заберем страна удовольствия, бордель по дороге? Как раз таки у банды Нордсайда. И у них останется только одна точка. Я знаю, вы мне писали уже в комментариях, что если я сейчас убью его, то все заведения уходят к нам под контроль. Но параллельно это еще идет опыт. И также вы писали, что здесь идет серьезная охрана. Я пока что, если честно, засикаю, как бы заходить туда с тремя нашими главарями. Поэтому давайте лучше сделаем нападение вот сюда. И как раз-таки подкачаемся и сможем уже ворваться. Стоп, куда нам? А, вот сюда. А, мы даже вот так сделаем. Давайте, вы сюда забежите. За грузовик спрячетесь. Фрэнки, ты встанешь где-нибудь, допустим, вот здесь. What? А, там уже знак вопроса сработал. Там уже не понимаю, что происходит. Ты сюда.
А ты за грузовик вот сюда. Who is there? Да, вы... Мы здесь. Это все, что тебе надо знать. А почему вы выбежали? Странно, вы как-то заняли позицию. Ну да ладно. Фрэнки, твой выход. В кого сможешь попасть? Не в кого, а отсюда. Отсюда хотя бы... О, вы посмотрите, а у него рюкзак со взрывчаткой. Стоп, подожди. Можешь попасть? 73%, давай-ка. Его надо будет быстрее выносить, да? Лев Толстой туда же. Нет, в смысле, ну, вот сюда. В смысле? Тебе что, религия не позволяет стрелять? Что ты делаешь? Вот сюда стрелять. Понятно. Без комментариев. О-о-о. Щит! И плюсую, щит. Это что за фигня? Опять гарпуном с вами балуетесь? Включили у нас здесь... О, стоп. А, вот так. Вот тебе какой расклад. Нормально, это сразу минус, а тут получил еще кровотечение. Заныкался, называется. Ой, обожаю гранату Пуджа, просто великолепно. Фрэнк, добивай. В лобешники. И еще одну туда тоже. В смысле? А, все, окей. Если она стоит еще такой, думаю, как это вообще сработало? Лева, твой ход, наверное, будет бесполезен, ты не сможешь ничего сделать, поэтому давай лучше просто на всякий случай перекинем тебя за грузовик. Пуджа, ну, Пудж тоже ничего не сделает. Ну, либо так, да. Так, что касается хпшки, у нас почти что все фуловые, но перед нападением у Пуджа 75, да? Давайте, наверное, Пуджа быстренько сгоняю, отправлю домой, подправить хп, и потом можно будет нападать. Давай, заходи. Да, обязательно. Поправляйся. Пудж у нас и так, видите, сам по себе. 75 хп для такого плотного товарища маловато. Ну а теперь уже точно можно смело делать захват. Заходим. Да, все троем. И что у нас тут имеется? У нас тут неплохая, смотрю, защита разбросана по всем комнатам, но не такая хорошая, чтобы остановить, естественно, нас. Фрэнки, начнем с тебя. Начнем с тебя, дружище. Только надо понять, где у нас кто-то прячется. Вижу один у нас вот здесь. Поехали. Забили. Там у нас одна спряталась. А, стоп, это мирный житель. Его мы не трогаем, тогда идем дальше вот сюда. Они тоже, видите, подсвечиваются красным цветом, и поэтому я иногда могу просто спутать. Ну, промахи ваши, да. Частенько такая фигня происходит. Дальше. Лев Толстой, у тебя есть возможность. 40%, конечно, не такая же большая, но давай попробуем. И у нас это получается. Стреляешь в этого. Здесь два чела прямо недалеко от Пуджа, и была бы идеально здесь граната. Но, к сожалению, он сюда ее не добросит, и шанса у него... Вообще никакого нету. Только если он в открытую, в наглую выйдет. Но одного выставлять 75 хп, ну это дурацкая затея. Наверное, лучше пускай он постреляет туда. Тем самым освободит от урона для Фрэнка, точнее по Фрэнку. И, конечно же, Фрэнк не будет тратить дальнейшие очки, он сразу выдвинется на следующие цели. Здесь у нас кто-то... А, нифига себе, он там заныкался за шкафом. Ты смотри. Промах. Ну, через стенку с пистолета. Ну, ё-моё, ты серьезно? Это так не работает. Фрэнк, дальше. Твой выход, наверное, будет как-нибудь вот сюда встанем. В открытую, наверное, да? Right away. Отсюда ты должен будешь попасть. Во. Да, к сожалению, не ваншот, но что тоже, в принципе, неплохо. Так, ты у нас, естественно, не попадешь. Зато ты танк. Ты танк, и ты можешь, наверное, дальше выдвигаться. Но пока все равно ты встанешь около стеночки. А в придачу, мы тебе дадим вот сюда конус, наверное. Пуджик. А, ну, Пуджика далековато. Только вот сюда он может бросить, да? В эту точку. А, смотри, он может и сюда даже добросить ее. А, нет, не может. Нет, может. Но нет, мы так делать не будем. Попадешь в него, подожди, стоп, лучше. Единица. Да, да ладно. Я случайно нажал кнопку, я хотел вот в этого прицелиться, а он сквозь стенку. Ну да, понимаю.
Смотри, решил от Фрэнка спрятаться. Но я боюсь, этого не поможет. У Фрэнка слишком хороший ствол, поэтому тут для него без вариантов. Так, давайте, наверное, дальше мы Фрэнка поставим. А, ну мы его уже дотащить никуда не можем. Он у нас будет двигаться только здесь. Лев Толстой, друг, твой выход. Попадешь. Выглянул, попал, ушел. А, да, все правильно, ушел. И спрятался, красавчик, вот это молодец. Сюда, кстати, граната уже может долететь. Сюда уже может долететь граната, но, наверное... А, сюда она не может долететь, черт, я думал, она захватит. Ну ладно, давай тогда будем стрелять в этого. Тебе вообще пофигу, короче, кого, откуда, как косить, ты просто это делаешь. Это очень зря, ой, как ты это зря сделал, ты прикинешь? А что это за звуки такие, как будто по животе какой-то бурлит. А, это товарищу херово, я понял, кому-то херовато. Да. Понятно. Ну вот и все, больше нету. Забираем, естественно, захват этого здания, только мы его... Оставим, естественно, в звании борделя, а с названием пойду посмотрю комментарии. Нормальное название, подтверждаю. Поза 69, хорошо. А, по поводу вкладывания сюда денег, наверное, пока смысла нет. А, пошли пробовать еще. Захватим. Захватим казино. Хотя у нас 14 тысяч. До пятнашки бы подождать, чтобы наверняка. А то я не очень понимаю, если честно, как работают все эти ценообразования от здания, от времени. Но зато я знаю, как мы можем быстро подзаработать деньжат. Нам надо просто взять и выполнить какое-нибудь задание, особенно из пассивки. Так, повысить кого-нибудь до советника, плюс 500 долларов. Это легко, это вообще изи. У нас советником будет кто? Конечно, Пуч. Это у нас самый первый наш персонаж, поэтому он соратник, так назовем его, да, должность. И, конечно же, у нас он будет советником. А это что требуется? А, дурная слава 500, у нас пока 132. Советник, окей. Пуч советник, в коем веке, охренеть. Где мои 500 долларов? О, с небольшой задержкой, да. Деньги обычно списывают моментально, а поступление денег слегка задержкой, жиза. Прям жиза. У нас уже 14700, что у нас еще есть из пассивных заданий, которые мы можем прямо сразу выполнить без беготни. А, заместитель, понятно, пятихатка надо. Возьмите ранен под контроль, понятно. 20 заведений, понятно. Группировка, понятно. 20 бочонков у нас пока что 12 производится. Дальше, доведите общий недельный доход до 2000. Поговорите с Салом. Здесь у нас встретите с Салом. Заведение, это завершено. А, так, поговорите с Салом, опять-таки. Поговорите с Изи. А, ассоциации встретиться там. Ну, в общем, здесь без денег все у нас. У нас 14700. Хватит, интересно, не хватит? Хм. Ну, я бы, может, попробовал бы. Ну, просто, если нет, то здание, получается, уйдет на несколько дней. В этот самый, в реставрацию. Ладно, давай подождем еще. Пойдем сходим, пообщаемся с этим Салом. Так, где у нас он там находится? Что-то я его потерял, значка не вижу. А значок у нас где-то был вот здесь, да? Стоп, что-то я потерялся. Во, вот сюда нам надо добраться. Отправиться на такси. Так, Сал. Также стоит около автомобиля своего. Пойдем, подскочим, побормочем. Трудный день выдался, Донован. Тружусь как проклятый. Фрэнки Ель все еще хочет купить оружие. День не из простых, но спасибо за заботу, Зал. Да, вот так скажем. Ну, мы поговорили. А, окей. Не так мы с ним, походу, поговорили. Да, тружусь как проклятый. Фрэнки Ель все еще хочет купить оружие. Все, что у вас есть, продадите. Блин. Да, вообще бы я... Продал бы. Блин. Но Лем поймет ли это нас или нет? Не, давайте не будем. Откажемся. Хотя интересно, сколько. Блин, ну ладно, давайте откажемся сразу же. Нет, оно того не стоит, но все равно спасибо, Сал. Отлично, задание у нас выполнено. У нас, кстати, доход уже плюс 450 и плюс 11 тысяч. Вот теперь я понимаю. Вот теперь мы отправляемся в казино. Солить сначала кровью чей-то. Так, а где мы находимся? Я что-то все время теряюсь. Пурум-пум-пум. Нам надо вот сюда выше по улице. Добраться прямо сюда. Во. И за... А, стоп, а что у нас по КП? Максималка? Да, у всех на максимум. Хотите? Конечно, хотим. Кто тут у нас?
Так, у нас здесь в итоге есть вот эти две кишки, даже три кишки. Нам надо, блин, сюда бы гранату бы закинуть, ё-моё. А у нас будет Фрэнк, а точнее путь только через два противника ходить. После вот этого и после вот этого, если он доживет. Поэтому предлагаю этот вопрос быстро урегулировать. И сначала вырубить его, раз он поближе к нам находится. I'm gonna batter you. Этот у нас откисает. Дальше. На бодрящее убийство. Фрэнк даже не сомневался. А дальше у нас останется здесь один прямо под расстрелу, да? Наверное, нет смысла туда тебя выводить. Лучше я попробую тебя уже простреливать. Да, прямо отсюда, как раз таки из укрытия. Правильно? Правильно. Этот минус. А еще мы можем сделать выстрел в кого-нибудь. Например, в него можешь? А, не можешь уже. Не совсем ровно находишься, да? Давай так подвинемся. Вот так вот. Ну, он сячки свои потратит. Он уже, естественно, никуда не сходит. Дальше, лев у нас. Шанс 45%. Далековато, очень далековато. Но он сейчас, опять же, находится за укрытием. Поэтому давай просто попробуем. Ну, понятно, видно, даже просто мимо прошла. А вот теперь самое интересное. При типа... блин. Почему не захватывает еще одну точку, а вот этого дальнего? Хотя он потратит больше очков, чтобы добраться до нас. Следовательно, мы будем вырубать вот этих четырех ребят. Пуджик с улыбкой на лице наверху бросает великолепно просто гранату. Вы посмотрите, как она просто идеально туда заходит. Ну, ты выдвигайся, конечно, только не знаю. О, зачем ты это сделал? Лучше бы у тебя был огнестрел, ей-богу. Прямо под выстрелы всех наших ребят выходишь. Да уж. Естественно, у Пуджа промах. И еще один. О, ты очень далеко. Один откисает. Это сейчас тоже достреляет и сразу откиснет. И еще один уходит. Второй уходит. Третий уходит. Ты посмотри. Что творят? А, господи. Ладно, вот так. Слишком близко ты ко мне подошел. Есть такое понятие, как дистанция. Вот надо ее соблюдать. Ты нашел просто идеальное место, где перебинтоваться. В скобочках нет. Че, испытаем удачу? Идеально. У нас просто банда лакименов. По-другому не назвать. А, Пуджа, твой выход. Шанс 35%, крит 60%. Но давай хотя бы пару патронов. Все шли ровно. Траектория просто была идеальной. Ну, ни одна не попала. Какого хрена? А, нет, попала, подожди. А, вот и нет. Бочки мешают. Хотя Пуч не самый маленький перс, а попасть и должен. Этот откис. И еще туда. Ну, почти, можно сказать, почти. И сваливает к трупу. Он думал, там пацаны сидят. Да, конечно, жди. Не попадет. Ну, я так и знал. Но я не хочу туда просто выходить. Я буду их здесь ждать. Коси. Просто у стенки его расстрелял, бедолагу. Ну и последний остался, Фрэнки. Он сейчас высунется, а ты ему бац в ухо. По-моему, неплохо сработали. Плюс еще получили стволы, гранаты, которые кто любит. Правильно, Пуджик. Естественно, делаем захват здания. И наконец-то 12 тысяч оно стоит. 12 тысяч стоит казино. А пойду комментарий посмотрю. По-моему, идеальное название для казино. Счастливое очко. Ну да, конечно. Подтверждаем. А, дурная слава у нас поднялась. Как у нас выглядит? Ну, неплохо, но у нас есть бабло, которое мы можем вложить, естественно, в это же казино. Блин, охрана, конечно. Охрана будет стоить бабок. Ну, понятно, людям надо платить. Но мы поставим, наверное, естественно, обстановочку. Плюс доход поднимем себе. Вот таким вот образом. И 1300, естественно, улучшение. Как мы будем теперь выглядеть? О, да. Вы посмотрите, какое огромное количество здесь игровых столов. Есть эти автоматы, естественно. Даже здесь у нас еще и алкоголь продается. Можно будет прийти и оттянуться. Что касается... я увидел, что еще игры у нас были. А игры стоят 2500, добавляют в казино букмекеров. Это интересно. Давайте добавим. Плюс 1000. Также сразу вкладываемся. И, наверное, Е, 4000 еще в установку можно, доход плюс 23%, либо, наоборот, плюс еще одна игра, 3000 будет стоить, добавлять казино игровые столы. Да, давайте берем вот это, и без ускорения, просто как будет, так будет. Что касается людей, ну, пока что-то не так уж их и много.
Пока чуть-чуть зашло. Ну, мы только открылись, но потихонечку они будут подтягиваться. По-любому. Слушай, очень классно выглядит. Прям очень классно выглядит. А поиграть мы можем? Ну-ка, сейчас попробуем выбрать Фрэнка. Посмотреть нет. А со столом взаимодействовать не можем. С игровым автоматом тоже не можем. А где наш бармен? Я не очень понял. Так, судя по всему, вы стали действовать в Чикаго. А, угроза предложить приговор. Давайте поговорим. Ну, давайте типа поговорим. Подскочим, побормочем. Ну, посмотрим там по ситуации. А народ потихонечку подтягивается. Это хорошо, да, он заходит, заходит. Эксгибиционисты какие-то прямо в костюмах. Как будто сейчас такой зайдет в центр прямо, да, казино такой. Хаба, смотрите, нет. Ну, у нас охрана быстро сработает. Рожи в пол и до свидули. Погнали отсюда. А, кстати, задание выполнено вдвоем ставки плюс 500 долларов. Вот так вот. Так, нам надо будет поговорить с Эдди. Вас кто-то хочет видеть в заведении «Волосатый сосок». Это Фрэнки Йель. Интересно. Так, а что у нас по ХП? Там мало ли замес какой-то будет? Нет, пока ничего. Это у нас все окей, все в порядке. Что касается ХП... Ой, задание. Давайте сразу его выделим. Фрэнки Йель. Фрэнки Йель. Во. Ох, брат, встреча с Фрэнки Йелем. Да, вот это нам нужно. А отправляемся мы куда? Что-то я не вижу этой точки. А, во, вижу. Я подзабыл, где у нас волосатый сосок. Помню, мы его отжимали. Вот здесь у нас находится. Так, фракция Хипсин предлагает вас присоединиться к войне. Давно мне фракция предсказателей портит жизнь. Помогите мне вышвырнуть их из города. Я принимаю ваше положение, мы идем на войну. Если желаете моего участия, придется меня убедить. Ну давайте, я дружу только с Красным Драконом, но на остальных мне вообще пофигу. Давайте посмотрим, что мы можем предложить. Ты смотри. То есть за победу, если что, мы еще возьмем, предположим. Но мы занимаемся с вами алкоголем, поэтому давайте предложим, например, вот эти две точки, да. То есть если будет война выиграна, то он себе забирает 4 здания, мы себе забираем 2. Мы не будем 50 на 50 разделять, потому что, если честно, я не особо там планирую ввязываться. Ну, как бы, там как пойдет. Давайте рискнем. Разумное предложение, мы согласны. Все отлично, да, меня это устраивает. Две штуки заберем, а потом все остальное я и так подхвачу, без всяких других проблем. На таксишке, естественно, передвигаемся. I'm on it. Так, стоп, волосатый сосок, зайти. Of course. Кто, где там, путь осваивает новые навыки. Так, что ты будешь выбирать? Укрыться от атаки и при использовании способностей на карточках вы получаете 11% меньше урона от взрывов. Теперь вы готовы использовать дробовики и придачу, если устроенный вами взрыв с вероятностью 5% может вызвать детонацию у любого другого персонажа с отручаткой. Однозначно, да? Без всяких разговоров. Так, у нас уже 728 прибыли, а где Фрэнки Йель? А вот, собственно, и он. Ну, погнали. Пойдемте пообщаемся. Какая-то там красивая дамочка. Да, она симпапуля прямо по отношению ко всем остальным. Ну, явно лучше вот этого мужика с волосатыми ногами. Хотя, странно. Ой, как он это сделал. Видели, как он рукой... Он, походу, байтил этого Фрэнки Йеля. Или он это сделал, когда увидел Пуджа. Yeah. Непонятно. Пообщаемся. А, Донован, хорошо, что у тебя нашлось время на встречу. Говорят, сейчас ты больше заботишься о семье. Я думаю только о бизнесе. По поводу семьи тебя не касается. Смотрите, он в маске. Это типа из-за того, что сейчас очень актуально, и это прикол игры разработчиков, они в теме, или это просто так они сделали? Мол, это, соответственно, вот, типа бандит, бандана, все такое. Странно. Как вы думаете, в комментариях черканите. Ну, а пока я думаю только о бизнесе. Выпьем. Меня волнует не выпивка, моя проблема — это пушки. Твоя, но пока не моя. Забавный ты человек, ирландец. Но поэтому-то я и здесь. Мне так или иначе надо заполучить то, что есть у тебя. Не сомневаюсь, что всемогущий Фрэнки Йель хочет достать автоматы, точнее, может достать автоматы и в другом месте. Их поставляют не так быстро, как хотелось бы, и в недостаточном количестве. Порой старые друзья становятся новыми врагами. А чего ты ждешь от меня? Пустяки, но этот город полнится слухами, я даже знаю, где ты прячешь пушки, и я их получу. Прямо сейчас. Мои парни уже в твоей пивоварне. Думаешь, я оставлю пивоварню без охраны, твои парни уже мертвы. Охранники вроде твоего брата? Йель, можешь считать себя покойником. Не переживай, о твоем брате мы позаботимся, можешь допить. Кстати, сюда, по моему приглашению, придет еще несколько друзей. Начать бой. И это еще не конец. Ну что ж. А и свалил главное, да, ты смотрите? Охренеть. Ну и где?
Там единственное, что... О, это идеальная точка для пуджа. Но, к сожалению, первый ход опять же таки у нашего Фрэнка. Плюс у нас еще идут охрана. Она, наверное, сыграет свою роль. Давайте будем просто стрелять из того места, где я сейчас нахожусь. Не буду тратить действия. Так, у нас здесь еще будет через один ход наш бандит ходить. Ну, я так полагаю, охранников их потом, ну, новых мы наймем, да? То есть никаких особых проблем не должно возникнуть, если что. То есть это такие боты, которые, если умирают, на их место придут другие. Значит, ты у нас по кому можешь попасть, а ты не по кому. Тогда давай будешь выдвигаться куда-нибудь, наверное, вот сюда. Okay. Мы тебя поставим. Хотя, наверное, можно было конус сделать, ну да ладно. Пуджа, умоляю. О! Умоляю, и у нас это получается. Это идеально туда залетает. Красавчик, просто красавелла. Там кровотечение, замедление, там вообще полная жопа у них происходит, поэтому... Ну, ты, наверное, стой, да... хотя нет, ты не стой. Ты, если что, выходи и выступай в роли пушечного мяса. На всякий случай. Да, это грубо прозвучало, я понимаю, ребят, но тут по-другому никак. Это разборки. Тут всегда есть иерархия, кто-то выше, кто-то ниже. Чья-то жизнь стоит больше, а чья-то жизнь не стоит ничего. Опять же, это по меркам бандитов. Так, дальше, мы что можем сделать? А мы сделать ничего не можем. Тогда двигаем Фрэнки сюда. Как я не хотел все-таки его таскать, но получается. Кстати, обратили внимание, на гражданских не работает урон. И посмотрите, в какой позе чувак умер. Охренеть просто. Чуть ли не пытались его голову ему уже в жопу затолкать, походу. Ну. Блин, почему-то я обращаю на такие мелочи все время внимание. Охренеть, не понимаю. Ладно, стреляем по кому-нибудь. Попадаем, не знаю, посмотрим. Ну, на кого я рассчитываю, господи? Понаберут из пивных ларьков. Ну, давай попробуем еще разок. Нет, я не забираю свои слова, а приумножаю их вдвое, можно сказать. Дальше. Что... Я хотел попробовать эти шляпы. А шляпа у нас не сработает, да? Ну и тогда конус сделаем просто вот такой вот. Через стенку ты все равно не попадешь. Тут без варика. Получится? Не прошил. Не прошил. Ну там кровотечение, они откиснуты так. А, боже ты мой. Я жду, когда то Фрэнки дойдет, на самом деле. А давай-ка вот сюда. Тут кровотечение висит, вот сюда стреляй. Там так и так сейчас следующий ход будет минус. Угу. Ну и все. Идеально. Так, горячее это мы забираем, коктейли. Мы эту точку отвоевали. У нас еще 5000. Кстати, можно прокачать волосатый сосок, например. Обстановочка плюс 23 дохода. Ну, давайте мы это сделаем, но без бонусов. То есть без бонусного ускорения. Что-то какой-то волосатый сосок становится для всех знаменитым. Он прямо себя манит всяких бандитов и гопарей. Это неправильно. Это все из-за тебя, труженик сраного борделя. О боже, где у нас еще один? Не понял. Стоп, подожди. А где Пудж? А, вот Пудж. Я чуть не охренел, думаю, почему я в картинках только два человека осталось. Думал, что-то я пропустил. Я все-таки сижу довольный. Так, все, выходим. Of course. Захват заведения? В смысле? Склад... А, захват. Это то здание. Ну, да, пивоварню оставляем. Да. Так, пивоварня. Ну, назову его так. Комментариев по поводу заводов никто не оставлял. Я быстренько пробежался, поэтому... Завод Вин. Так и будет, пускай. Да. Задание выполнено. Плюс $500. Сваливаем. Куда мы с вами отправляемся дальше? Так, захват здания, точнее, ремонт двигателя захватить. Тоже пивоварня. Кстати, мы выполнили здание, у нас плюс 20 уже производства. Можно будет его куда-нибудь даже сбывать. Оставляем пивоварню и... пивзавод? Не. Хранилище? Не. Бирбери. Ну, типа, бери пиво. Да, окей. Оставляем и отправляемся с вами, где надо проверить место, где мы прятали оружие. Чё, так чё? Вы самая настоящая язва на теле города. Начинайте молиться. Да иди ты в жопу, блин. У нас уже все против нас, но мы скоро всех тут все равно нагнем. Тут без вариантов для них. Так, где-где-где-где-где? У нас встреча. Встреча. Карта. Покажи мне, пожалуйста. А, вот сюда нам надо добраться. Так, какого черта вы делаете в моем районе?
Ну, я с тобой как-нибудь пообщаюсь, наверное. Далековато, правда? Прям очень далековато. А у Толстого новый навык. А у тебя будет что? Месть. Вы автоматически проводите ответную атаку ближнего боя против напавшего на вас в ближнем бою. Далее. Щит от пули защищает союзника в зоне действия. Вы принимаете на себя 50% урона, полученного дружественными целями. И забег быков. Атакуйте выбранного персонажа, отшвырнув того назад и нанеся ему урон. Не, давайте, наверное, лучше вот это мы сделаем месть. Щит, конечно, классная тема, учитывая, что он танк со 126 хп, но давайте лучше он будет сам себя защищать еще до того, как будут какие-то уже происходить другие замесы. Ну, а мы уже добрались до места. Так, что? Да проваливать. Тебе не надоело вообще со мной разговаривать? Просто объясни мне, чел. У тебя ничего не осталось, вообще ничего. А ты вот сидишь в этом своем здании сраненьком и еще пытаешься договориться о чем-то. Ну, это смешно просто. Заходим. Даже, блин, вот так вот, да? Так, интересно, интересно. Фрэнки у нас... нет, он не сможет ни по кому попасть. Выводим туда его, наверное, вот сюда. Да, он там пару выстрелов может получить от этого товарища, но... Нихера себе, у бандита уже автоматы пошли. Еще и пекали, господи, бедный Лиам. Ну все, он сейчас откиснет. Его надо оттуда уводить срочно. Все, минус. Ну... Поднимем его. А, взрывной характер Пуджа сработал, активируется, поскольку его товарищ Лем получил урон. И что ты сделаешь, Пудж? Интересно. А у нас граната... А, стоп, у нас Лев Толстой ходит еще. Попадешь? Попал. Как-то на Лем они все набросились, а вот... Вход. Кстати, он сам сходил, я даже не нажимал ничего. Это странно, это очень странно. 20% шанс, а здесь 5. Ну, давай туда-туда. Понятно. Твой конек. А, так, ты никого ничего не можешь сделать. Ну, тогда двигаем вперед. Куда-нибудь вот сюда. Фрэнки, Фрэнки, надо твой ход. Ну, хотя... Вот так мы сделаем. Забил до смерти. Стоп, а он полностью откис уже, да? Его не поднять получается? Блин, я думал его... Ну ладно. Ну как-то очень странно, игра так его поставила в этом месте. Что они его просто сразу уже расстреляли. Тут... А, ну он поднялся, я понял. Это скрипт игры такой, окей. Ну слава богу, я думал, ну пипец, пришли помогать. А, Лиэм, друг. Точнее, брат. Фрэнки, поверить не могу, что умираю рядом с тобой. В смысле умираю? Ты нормально встал, все окей. Не драматизируй, Лиэм. Вот именно, я умираю, Фрэнки. Вот это не свезло. Это... Так, стоп, подожди, в смысле ты умираешь? Это здоровски, он просил в мою жизнь, но такого не случится. Да-да-да-да-да. Не, мы, наверное, все-таки скажем, мы тебя подлатаем, побереги силы. Фрэнки, зачем было убегать, чтобы создать эту империю греха? Зачем было отказываться от правого дела? Том тоже сражался за право дела, но знаешь, что он говорил, когда валялся в собственных соплях в крови на полу почтового офиса в Дублине? Что он говорил? Да хрен его знает, что он говорил. На него упала крыша. Но я точно знаю, что больше не хочу сражаться ни за какое правое дело. Теперь меня волнуют только собственные интересы. Он погиб за свои идеалы. Вряд ли он думал о своих идеалах, когда на него рухнула чертова крыша. А я, Фрэнки. Что насчет меня? Разве не погибаю за свои идеалы? Лиэм, ты умираешь из-за того, что дрался за пушки в гангстерских разборках. И смерть — это просто смерть. Фрэнки, обещай, что пушки попадут домой. Давайте попробуем убеждение. У нас оно было прокачано чуть-чуть, да. Нам периодически везет на эту тему, поэтому останься здесь, со мной. Мы станем братьями Донован. Этот город будет принадлежать нам. Сработало, да, успех. И ты после всего этого хочешь, чтобы я остался рядом с тобой? Но других братьев у меня и не осталось, как бы особо выбирать-то не приходится. Блин, ну он все равно умер, как бы не крутил, но зато он умер по-братски, как говорится, да, то есть в словах поддержки. Так, босс, один из ребят Фрэнки Ели решил оказаться крайне полезным, прежде чем откинуться. Он сообщил, что Ель сейчас в заведении Саутлуп. Даже вот так вот. Ох, брат, задание выполнено, доброта. Плюс стволы еще получили. Неплохо. Так, где наши все
Точнее, где наша вся бригада. Что по поводу ХП? Фулка. Ну, тогда выходим. Что у нас висит? Поговорить с Эдди. Нет, я хочу сначала посмотреть, что у нас еще второстепенки какие-то висят. Район один у нас есть. Так, 20 заведений окей. Группировка окей. Повысить кого-нибудь до заместителя, понятно, еще надо пятихатку накопить. Доход до 4000, у нас пока 400. Немножко подопустили. Полтаха. Пройдите мимо охраны еле. Встретить с человеком ассоциации. Поговорить с Изи. Понадобится так, понять, что нужно незнакомцу, понаблюдать и попытаться понять, что опять это то же самое. И у нас новые квесты на Эли. Ну, я думаю, точнее на Эзи. Я думаю, тогда, наверное, нет смысла уже начинать новое задание. Давайте лучше на этом поставим паузу. Да, на этом закончим эту серию. Такая достаточно интересная и динамичная, как мне кажется, получилась. И уже новые задачи нас с вами будут ждать в новом ролики. Фракция Шулер атакует вас. Шанс выйти с победы 22%. Шулер обладает следующими силами. 7 против 2. Да я даже не буду сражаться с ними. Ну, как бы вручную. Поэтому в этом нет никакого смысла. Будем все равно там забирать все заведения. А у нас тут еще есть что? Заброшенное здание. Для дальнейшей, кстати, постройки, да? Можно будет вам себе намутить. У нас, тем более, на этом райончике ничего такого нету. Только кроме как минус мани. Точнее, ну, маус мани данной ситуации. Я помню, кому назвали изначально. Надо будет захватить вот эти два объекта. Здесь сделать бордель. А здесь мы сделаем пивнуху. Да, потому что у нас здесь как раз еще один есть бордель. Здесь у нас производство пива. А здесь мы будем продавать. Хотя. Я думаю, может быть, наверное, даже сразу сейчас это сделаем. В конце этой серии, да? Пойдем-ка захватим его. Все у нас тут. Ну, это не серьезно. Это уже не серьезно. Четыре человека, конечно же, Фрэнки сейчас. Давай, наверное, вот так сделаем. Сразу залетай. Of course. Еще нарисована рука такая с тряпочкой, типа он как будто сказать. А как пройти в библиотеку? И вырубил. Так, это, наверное, далеко. До этого добежишь? Нет, до этого не добежишь. Ну давай, беги, кому тебе удобнее. Промахи пошли, понятно. Угу. Хорошо, прям великолепно. Пуджа, не подкачай. Красавчик, просто красавел, расстрелял. Ну я остался последний бандит, я на месте этого бандита вообще бы вылетел бы в окно на кидренефине. Зачем? Зачем, блин, пытаться идти один против там пятерых, там троих со стволами, а ты как какой-то, ну, выпустил вообще. Ладно, он решил умереть вместе со всеми. Мы получили еще травяное снадобье плюс винтовку 1895. Забираем, конечно же, мы хотим захватить и построить здесь подпольный бар. Да, это, кстати, недорого стоит. С названием сейчас пойду посмотрю комментарии. Таких комментариев на тему Афона и все это, короче, склонялось. Поэтому бару Афона 100% есть, и он 100% теперь будет. Ребята, ну вы фанатики Афона. Это уже, да, действительно, это стало именно отрицательное, поэтому подтверждаем. Yeah, the first round's on me. Барчик пока у нас не очень хороший. Смотрим, что по вложениям. Ну, не так уж и дорого, кстати. Поднимем здесь обстановочку. Я предлагаю, кстати, в бару Афона вообще самым первым просто на максимум выкачать. Вот просто максимальное количество, которое только можно в него вложить, это мы вот как раз и сделаем с ним. Ускорять я, конечно, не буду тратить лишнюю тысячу, а вот здесь я сделаю, наверное, лучше... Нет, пока, наверное, ничего, у нас 2300, нам еще платить за все. Оставим. Пока просто оставим, главное, чтобы бару Афона есть. А вот, собственно, Шулер атакует заведение «Волосатый сосок». Боже, пипец, вы серьезно? Сколько... Раз, два, три. Нифига себе, счет-то не равный, походу. Ну да. Просрём этот бар, походу. Нормально он ее вытолкал, ты смотри. К соседям туда. Вот туда бы граната Пуджа идеально бы зашла. Угу. Надо будет волосатый сок... Я вот только говорил, что надо его будет установить в плане охраны, но не успели. Не успели. Но все равно мы заберем даже сейчас. Это не проблема. Если у нас что-то заберут одно, мы это заберем вдвойне. Поэтому у нас лучше вообще ничего не забирать. Угу. Промахи вообще пошли. Эту прямо у стены в углу расстреляют, она даже не выйдет оттуда, наверное.
Да, конечно, уроны ужасно маленькие. Ну хоть промахи есть, это хорошо. Вот почему ты не добил его до конца? Вот просто 4 сраных хп, понимаешь? Он просто уйдет сейчас на донышке. За стол спрятался. Это было прикольно, кстати, это реально было. Да ладно, нет, только не вина. О, боже, 21 выстрелил, серьезно. Он сейчас его еще подлечит с 4 хпшки. Понятно, там около стенки откисло. Но тут было сразу, у них преимущество было и по оружию, и по количеству. Почти в 2 раза, поэтому, ну, что тут? Тут даже разговаривать не о чем. Ну да. Ладно, пофигу. Отвоюем, заберем. Так, а ты у нас... А, стоп, ты у нас без патронов теперь. Ну, а счет выстрела тебе хватит? Ну, давай. 27 попаданий, правда, это не смертельно. Этому везет, кстати, да, охраннику? Он вечно в мансе находится, то есть мансует от патронов. И великий стул тоже помог ему. Вообще реально, смотри, какой лаки мэн. Неужели? Нет, понятно, все, я сглазил его. Но... Ну, все-таки, может быть, и нет, я не сглазил. Случай не более чем. Ну, я на самом деле просто жду, когда их убьют, потому что тут даже возиться нет смысла. Так, последний. 1 к 5. 1 к 6. Слушай, хотя... Да нет, тут без всяких хотя. О-о, динамит, меня разбери. Охренеть. Фракция с шулерами у нас ухудшилась, но ничего страшного. Значит, все тогда, на этом моменте я, ребятки, с вами попрощаюсь. И уже увидимся тогда в смысле. Шулеры 52, 1-1, ну давай посмотрим. 70, ага, здесь у нас пуджик стоит. Ну, если есть рядом пудж, то шанс окей. Не мог до конца добить его, ты посмотри. Ну? И там, нифига себе, выбегают. Так, пуджи добиваем. Последний остался, но он пока там будет выбегать, охереем. Он уже все ближе. I'm on it. Ну что, пуджи, сможешь? Нет, не сможешь. Давай в наглую прямо перед ним встанем. Хотя, мы вот так сделаем, чтобы наверняка. Потому что если мы отойдем сюда, он все равно не сможет сделать выстрел. А так он и сам сместится чуть-чуть и подохнет пока, если будет двигаться. Во. Добиваем. Красавчик. Огневой рубеж мы получили. Да. Все, забираем денежки. И на этом тогда моменте я уже с вами точно прощаюсь. Уже увидимся в следующих сериях. Не забывайте поддержать ролик лайком, абсолютно любым комментарием. Если есть советы, как назвать нам бары, рестораны, отели, обязательно пишите их тоже в комментариях. И, кстати, у нас еще есть сделка с дьяволом. Одним поздним вечером вы сидели в одном из своих подпольных баров. Вдруг к вам подошел какой-то человек. Послушайте, я работаю под прикрытием на полицию Чикаго. Мне известно, кто вы. Но я не... по вашу душу. Во всяком случае, не сейчас, особенно если вы поможете мне с информацией. Голди Гарнье, вот кто мне интересен. Если поможете добыть доказательства, кое-кто отправится за решетку на весьма продолжительный срок. Как вам такое предложение?
Ну, тут такая тема. Либо я, мол, я не чертова крыса, да, плюс к чести, но Голди нас может с вероятностью 20% сдать. То есть, как бы мы его не сдадим, а он нас может сдать. Либо мы можем поделиться информацией, получается, минус дурной славе, но зато плюс 100 уважения полиции, либо, наоборот, плюс 3 к чести, 100 уважения фракции Голди Гарнье, плюс минус, точнее, к 100 уважению фракции полиции. Здесь, точно, надо выбрать либо уважение от этих, либо уважение от этих. Давайте, наверное, лучше с копами мы сейчас посотрудничаем. Это намного интереснее, чем вот этот товарищ. Единственное, что лояльность команды меня вот напрягает. Ну ладно, давайте попробуем так, да. Потому что все равно мы будем все эти, всех бандитов, всех будем убирать. Мы должны остаться тут в единственном числе, поэтому нам уважение этих фракций не упакали все. Нам только красный дракон нужен, поэтому да. Выбрали. Ну и Шулера еще больше ухудшилось. Ну и ладно, и предсказатели туда же. Хотя с предсказателем так и так, сейчас идет война. Все, теперь точно с вами прощаюсь. Я поднял, обнял, до новых встреч, всем пока. Да иди ты в жопу.